Смирно! Ранее на середину! Они тоже теперь на боевом посту в составе нового батальона внутренних войск и кинологи, и разведчики. Личный состав 445-го батальона. Выполнение задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в городе Саратове готов. Этот день вполне можно назвать долгожданным. Глава города Олег Грищенко и депутаты Гордумы еще 2 года назад обращались в Федеральное министерство внутренних дел с просьбой создать в Саратове специальную моторизованную воинскую часть. После реформы численность полицейских сократилась, и обеспечивать безопасность горожан стало сложнее. Мы должны жить в тишине, в спокойствии, спокойно работать, жить в комфорте, не бояться за наших родных, близких, за наших детей. Чтобы не было войны, не было вот таких вот проявлений, которые мы сегодня видим в других странах. Я только за это. Подобные батальоны сегодня есть практически во всех крупных городах страны. В саратовском подразделении служат только контрактники. Все прошли строгий отбор. Проверяли не только каждого бойца, но и их родственников. Они проходили прежде всего через психологический... Тесты проходили через Федеральную службу безопасности, которую каждого значит, военнослужащего отрабатывал. Сотрудники батальона вместе с полицейскими будут охранять общественный порядок во всех районах Саратова и обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий. Но если понадобится, они способны выполнять и другие задачи по пресечению вооруженных конфликтов, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Довольно-таки обширный список и возможности у этого подразделения. Правопорядком и соблюдением порядка должны заниматься только профессионалы. Люди, которые разбираются в этом и умеют противодействовать такой ситуации. На первое дежурство солдаты правопорядка вышли уже сегодня. Свою службу они будут нести не только на территории города, но при необходимости и в районах области. Анна Головчинская, Игорь Шишилин. Новости «Телеобъектив».